В День защитника Отечества в Центре спортивной подготовки «Олимпиец» прошел стрелковый турнир среди молодых семей районного клуба «Счастливы вместе». Районный клуб «Счастливы вместе» объединяет под своим крылом молодые семьи, которые вместе ездят на экскурсии, организовывают походы и принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. Праздничный день, 23 февраля, они также решили провести вместе, приняв участие в стрелковом турнире, который организовало Управление по делам молодежи. В соревнованиях приняли участие 23 семьи с детьми из Анастасиевского, Петровского, Черноярковского сельских поселений и города Славянска на Кубани. Семьям необходимо было показать все свои навыки обращения со стрелковым оружием и набрать как можно больше очков, делая точные выстрелы. По итогам турнира были определены три самые меткие семьи. На третьем месте оказалась семья Галеповых из Анастасиевского сельского поселения. На втором месте семья Григоренко из Славянска на Кубани. А победителями турнира стали супруги Кобыльченко из Анастасиевского сельского поселения. Семьям победительницам были вручены кубки и медали. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».